Изгои окружили общину рядом со зданием казначейства. Помоги гражданским. В секторе много изгоев. Они напали на поселение. Нужно помочь мирным жителям. Идем! Не отставай, агент. Я его вижу! На крыше соседнего здания! Кинуть мостик!
Это есть! Сегодня ты сможешь! Получи! Все в порядке. Сейчас пойдем. Все нормально. Жить будешь. Ну здорово они тебе наваляли. Да, я только дыхание переведу. Да, крепкий он парень. Дальше мы сами. На подходе наши ребята. Ты молодчина, агент.
Урожай выглядит многообещающе. Наконец-то мы сможем снабжать себя сами. Вокруг хрен знает, что творится, а ему до лампочки. В общем, сегодня утром мы с ним договорились встретиться, мед передать. Но он не пришел. Но Тром, чую, что-то случилось. Он живет на площади рядом с японским банком. Если будешь в том районе, заглянешь к нему. План без инструментов и материалов – это просто бумажка. Спасибо тебе. Вот почему я рад сообщить, что у нас теперь есть мастерская. Они хорошие парни. Хоть иногда и любимый говорит. Гражданские в беде. Недавно изгои захватили лагерь Конститюша. И теперь транслируют оттуда свою пропаганду. Там полно всякого оборудования, но... А толку? Привет. Я Джошуа Саммерс, врач. И меня пригласили работать в Белом доме. Ну что же, тогда увидимся. Привет. Смотрите, что у меня есть. Гражданские в опасности. У нас много чего заканчивается, агент. Ты можешь выручить? Смотрите, что у меня есть. Такие клиенты, как ты, на вес золота. Из Нью-Йорка поступил сигнал бедствия. Совершено нападение на спецотряд, и они запрашивают срочную помощь. Я жду тебя на южной лужайке Белого дома. Вертолет уже заправлен. Вылетаем немедленно. Просто высший класс. Кажется, тебе пора освоить новый навык. Что выберешь? Счастливо.
А, вот и вы. Я хотел лично вас поблагодарить. Если бы не вы, я бы так и сидел в плену у этих придурков, гиен. Мы все в неоплатном долгу перед спецотрядом. Вы пошли на большие жертвы, чтобы спасти нашу страну. Вы люди дела, как это называл Рузвельт. И теперь мой долг и право направить эти дела на благо нашей страны. Как и предполагала агент Келсо, в Вашингтон отправили образцы противовирусных препаратов широкого спектра действия по приказу правительства страны. Внесу ясность. Речь идет о средствах для борьбы с вирусными инфекциями. Грипп, полиомиелит, лихорадка денге, ОРВИ, зеленая отрава, не вакцина, лекарство. Я знаю, где это лекарство находится, но для доступа мне нужен дипломат, который был при мне в самолете. Мы полагаем дипломату истинных сынов Капитолии. А, так верните его. Во что бы то ни стало. Любой ценой. Если мы хотим собрать эту страну по кускам, нам придется иногда делать то, что не все бы одобрили. Но моя цель не избирателей обхаживать, а добиваться результатов. Хочется верить, что и ваша тоже. О, да. Спасибо, у нас уже все есть. Пока.